Территория возле первого детского сада стала местом для парковки личного транспорта уже достаточно давно. Однако ситуация, когда водители оставляют машину на газоне, устраивала далеко не всех. В департамент городского хозяйства поступало множество звонков от саровчан, обеспокоенных ситуацией со стихийной парковкой. По поводу того, что там организована стихийная стоянка и происходит, заезжают озелененную территорию, происходит вынос грязи на проезжую часть, и для детского сада это плохо, туда грязь вся на территорию выносится. Знаков, запрещающих стоянку, на этом месте нет, а машин рядом с садом стало парковаться все больше. Это связано и с тем, что на территории воинской части появился пропускной пункт, ворота которого выходят прямиком на улицу Советскую. Чтобы предотвратить вынос грязи с газона, эту территорию засыпали щебенкой. Стоянку организовать там не представляется возможным по техническим причинам. Там коммуникационные коридоры по краям этого проезда. Там и теплосети, газовые сети. И, в общем, чтобы получить техническое условие на устройство там стоянки, придется истратить большие средства для того, чтобы устроить эти стоянки. И поэтому администрация на это не пойдет. В прошлом году по заявкам горожан на территории стихийной парковки работала административно-техническая инспекция, выявляя нарушителей, которые парковались на зеленой территории. После того, как газон отсыпали щебнем, административные протоколы не составлялись. В скором времени там поставят оградительные дорожные столбики, которые предотвратят стоянку вдоль обочины. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.